Анатолий Козырь. Повторяю. Великому Пушкину Александру Сергеевичу, к 200-летнему юбилею 1999 года, 6 июня. У нас сегодня необычный день. Великого поэта тень внезапно озарила душу мне. И захотелось стих о нем сложить наедине. О Пушкине сей стих, и о любви его к России тоже. И в день рождения поэта нам забывать его негоже. Итак, в России, июня месяца 6-го, в Москве родился мальчуган таланта неземного. То был последний год 18 века. Впоследствии весь мир узнал об этом человеке. Сей стих хочу ему я посвятить и на весь мир об этом возвестить, когда ко мне приходит вдохновение, как ветерка незримое прикосновенье. Стихи могу слагать почти в мгновенье. Я хоть таланта не имею, но рифму оную я рифмовать умею. Поэт великий прожил мало лет, но жизнь его была кипучей, и будь то сказка или сонет, его поэзия была могучей. Умы людей стихами удоражил он. Все, кто в поэзию бывал влюблен, поклон ему отвесят низко, и к сердцу своему стихи его все примут близко. Воспоминания о нем тревожат душу благородно, и заслужил он навсегда любовь к себе всего народа. И жаль, что мало он прожил, ему творить стихи и прозу, ведь он в поэзии любовь пережил. А те, кто не согласен здесь со мной, не становитесь в позу. Сыны России благодарны, поэта полюбили навсегда, и будут помнить стих его и прозу, и не забудут никогда. Анатолий Козырь.